как тяжела порой разлука. Мать сына ждет, старушка, внука, ждет мужа, женщина с ребенком, ждет брата, младшая сестренка. Эти стихи Виктор написал после службы в Афганистане, куда стремился попасть одним из первых добровольцев. В этих строчках он рассказывает, как ждут солдат их близкие и как им важна поддержка родных людей. Поддержка сейчас требуется и военнослужащим, которые находятся на Украине. Народ, который вместе с Виктором собрался в сквере искусств, пришли поддержать наших ребят. Каждый понимает значимость тех событий, которые сейчас происходят в мире. Ведь сила нашего народа в сплоченности и мужестве. Я всегда считаю, как спортсмен, вся структура сильная, когда она все вместе. Если мы, народ, общественные организации, все партии будем работать в одном направлении, то победа будет за нами. Это однозначно. В митинге приняли участие представители политических партий, общественных организаций, ветераны боевых действий и просто жители города. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.